Добрый день. Сержант Ступок, 3-я рота 6-го батальона дорожной автоинспекции. Причина остановки – пересечения двойной сплошной с выездом на встречную полосу движения. Скажите, а вы нормально себя чувствуете? Я что-то не так сказал? Нет, просто я первый раз в жизни встречаю инспектора ГАИ, который нормально изъясняется. Предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение и документы на транспортное средство. А, я поняла! Где-то здесь скрыта камера, да? Девушка, если вы не предъявите вышеперечисленные документы, я буду вынужден вызвать наряд ППС. А, я поняла. 500 гривен и никого не вызываем. Я не беру взяток. Я сотрудник украинской дорожной автоинспекции. А, я поняла. 1000. Девушка, если вы не уберете деньги, я буду вынужден привлечь вас за дачу взятки должностному лицу. Я поняла. То есть вы хотите, чтобы я на месте по-другому рассчиталась, да? Ну ладно, ты вроде симпатичный. Девушка, застегните, пожалуйста, блузку. У вас что, проверка какая-то? Никакой проверки нет. Просто я честный человек. И я не беру взяток. Со мной договориться невозможно. Тебя что, фура зацепила? Быстро меня здесь сел. Быстро, я сказала! Девушка, вот вам протокол. Пойдете с ним в суд. И пускай суд решает, что с вами делать. Спасибо. Счастливого пути. Ну что, как оно? Да нравится все делать по уставу? Да пошел ты. Что не мог, как я, заказать прокукарекать в окно Гелендвагена? Я с тобой в карты на желание больше никогда в жизни не играть. Ну ладно, давай еще разочек. Да.